Совсем недавно съемочная команда хедлайнера побывала в гостях у девичьего коллектива Кешью, где, улучив момент, мы вызвали Жанар Дугалову на откровенный разговор. Напомним, девушка совмещает работу в группе съемками в фильмах и сольным творчеством. И вот вновь на любимом музыкальном вы, дорогие друзья, можете лицезреть ее новое видеотворение на песню «Сен Емес». Съемки проходили в экстремальных для меня условиях, потому что мы снимали клип «Асхпа» Кешью и мой клип в один день. То есть я до четырех утра снимала свой клип, потом поехала на Казахфильм снимать Кешью. А если учитывать, что работа над видео «Сен Емес» велась около 15 часов, при этом девушку то обливали ледяной водой, то она сама топилась в ванной, то получала пощечину от любимого человека, а еще нужно было достоверно сыграть вытекающие из этого эмоции и чувства, то она просто энерджайзер. На этом ее активная деятельность не заканчивается. Уже есть планы на следующее видеопроизведение, творческий процесс над которым начнется уже осенью. Это будет более ритмичная и динамичная композиция. Параллельно Жанар занята делом, которое ей нравится даже больше, чем пение. Петь, конечно, очень люблю, но, наверное, больше всего я люблю сочинять, писать. Вот, это мое. На русском языке я пишу стихи. Мне родители очень хотят, чтобы книгу увидела, вышла в свет. Вот такая вот творческая девушка. Если дела пойдут хорошо, поклонники Жанар Дугаловой смогут вскоре не только слушать, но и читать ее.